Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании PrimeX, серия S Pro на цоколь HB3 с температурой свечения 5000 Кельвин. Поставляется в фирменной упаковке данный комплект. Внутри у нас находится гарантийный талон, инструкция по установке ламп и также две светодиодные лампы. Лампы мощностью 28 Вт, практически полностью металлические данные лампы, кроме посадочного цоколя, он из пластика. В данных лампах имеются две системы охлаждения, активная в виде кулера и пассивная в виде радиатора. На каждой лампе используется по 6 светодиодов высокой интенсивности. Подключаются лампы на питание как 12, так и 24 Вольта с помощью стандартного разъема для подключения питания. На проводе подключения дополнительно нет никаких драйверов, что заметно упрощает установку и замену ламп в подкапотном пространстве, где очень мало места. Вторая лампа абсолютно идентичная. Одну из ламп мы подключим на питание 12 Вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем 12 Вольт. Лампа загорается, отсвечивает белым световым потоком. Цветовая температура заявлена 5000 Кельвин. Мощность ламп, напомню, 28 Вт. После установки таких ламп в автомобиль нужно обязательно правильно выставлять светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.